Около полусотни красных дипломов – таковы итоги минувшего учебного года в Тверском медуниверситете. Как отличники, так и остальные выпускники получили в эту пятницу аттестаты о высшем образовании. Кто-то из них собирается продолжить учебу и дальше, в ординатуре, но немало тех, кто уже готов приступить к работе. Столько молодежи в костюмах и вечерних платьях в актовом зале медуниверситета можно увидеть, наверное, только раз в году, когда чествуют выпускников. Среди них и Анастасия Бахвалова, которая просто удивляет выбором мест своей будущей работы – провинциальной Кимры. Это не моя малая родина, я сама из города Клин, поеду в Кимры. Мой молодой человек оттуда, и мне достаточно понравился этот город, я бы хотела работать там. Город, на самом деле, очень красивый. Марк Ефременко, как и Анастасия, по профессии тоже педиатр. И он также не думает о жизни и работе в мегаполисах. Свое будущее этот выпускник видит в родной Твери. Я на данный момент мечтаю поступить в ординатуру по специальности педиатрия. И после окончания ординатуры уже продолжу работать врачом. Скорее всего, это Тверь. Вот, у нас будут занятия на всех клинических базах, Твери, во всех детских больницах. По словам Марка, таких, как он, где-то 70%. Остальные все-таки мечтают о том, чтобы работать в столицах. Для того, чтобы как можно больше тверских выпускников оставалось на своей малой родине, региональные власти в последние годы сделали немало, отмечает ректор медуниверситета. Делают новые центры, создаются новые отделения, укомплектовывается новое оборудование, что даже в маленьких районах, в маленьких городах, есть возможность показать те навыки, знания, умения. Но все-таки есть среди выпускников Тверского медуниверситета и те, кто почти на 100% покинет Верхневолжье. Это иностранцы. В этом году 170 зарубежных студентов закончили ТГМУ. Среди них и португалка Триша Лопес, которая получила красный диплом. Решение о выборе профессии врача стало смыслом жизни для каждого из нас. От лица иностранных выпускников хочу поблагодарить наших преподавателей, которые не только вложили в наши головы знания, но и привели любовь к медицине. Всего в этом году Тверской медуниверситет закончили 576 человек. Из них 47 с красным дипломом. Это как никогда много, отмечает руководство вуза.